Андрей Иванов проинспектировал муниципальный центр управления регионом. В Одинцовском округе такой центр появился в декабре 2019 года. В короткий срок из подразделения, занимающегося простым сбором информации, он превратился в серьезную аналитическую структуру. Сегодня в нем работает 36 человек. МЦУР помогает муниципальным предприятиям работать на опережение. По словам главы округа, это особенно актуально для сфер ЖКХ, благоустройства и содержания дорог.